У меня только на СПД, типа. Да, ты можешь замутить что-то дополнительное камушка? Ну там у этого. Вчера Дрис спрашивал, на что ему выучить рецепт. Может, он еще не выучил. Так. Сейчас я почекаю, кто не здесь, я на ГП раздам. Ого. Зерват упал. Что? Зачем Бульдуар этот, блядь, Дискорд? В смысле? Зачем вообще Дискорд? Зачем вообще Бульдуар тогда? Зачем вообще играть? Не, так реально, зачем Дискорд? Ну, в смысле, зачем? Мне чтоб, удобно так. Чтоб общаться хуй с людьми. Чтоб хуесосить. Да почему тут хуесосить? Бля, тут общаться, это, ну, вообще, как бы, это не к нашей гильдии. Сюда заходят люди чисто на РТ пообщаться и все. Я имею в виду, мне удобно так координировать людей. Мне неудобно писать. Вот мне сейчас нужен протопал. Блин, а, он зашел. Вот у меня дуа. Дуа тут или нет? Дуа-то нету. Вот он пишет. Вот он пишет, да, всех вылет. Вот он пишет, а куда мы идем? Вот. А я говорил здесь, что мы идем в Ульдуар. Мне приходится брать и печатать ему сообщение отдельно, что мы идем в Ульдуар. Это... Гудлик, просто понимаешь, ты себе такую репутацию набил, что никто не хочет с тобой играть. Ну, репутацию. И в Дискорде сидеть. Ну, вот такую. Я ДПС даю, все нормально делаю, все, претензий не должно быть. Это все из-за шоу. Я хз, что вы на Гудлика гоните? Гудлик. Альфи, ты будешь набрать это самое, ланер или нет? Я мало играю. Окей. Это самое. Порошок тут? Да можно мне ланер на ханта? Тихо. Гарик тут? Да. Ты будешь я ланер собирать? Чего? Волнир, на хулипало будешь собирать сейчас? Ну там же вроде друиду идет по осколке. Ну, Альфи отказалась. Ты сейчас вот идеально забирает последний три осколка, следующий хочешь ты? В любом случае ты будешь собирать сейчас. Ну, если люди будут согласны ходить, то я не против. В принципе, просто, ну, в дальнейшем просто какой контент будет выходить, там, от Волнира уже смысла не будет. На Лич Кинге... Вот в самом Личе, в Гере, волонер будет профит. 5 да. Волонеров, это вообще абсорб, это будет вообще... Я тоже в это верю. 8 осколков на волонер на холи пали. 2 на холи прести. Не, тут, видишь, дело в том, Саш, если люди согласны... Ну, конечно, согласны, господи. Не, ну просто сколько я уже, ну, хожу в ульду, да, там помогаю тоже хилить, там, и шмот какой-то себе выбить. Люди просто, ну, не горят желанием. Сейчас Бьёрк ушел, успокойся, нормально, пиздов всем даже. Люди что-то ходят за ОД. Пока ЕП будет, за ЕП ходят люди. За ЕП, да, не за ОД. А там, куда, какой движ, это всем пофигу вообще. Хоть, блин, на Агримар пойти. ЕП дадут, отлично, пойдут на Агримар. Вот я думаю, кстати, может, у нас... Может, слышишь, это сам? Может, на среду поставиться за ЕП там? Да давай Фрамбас поставим за ЕП. За ЕП готов на все, блин. Ну, ну а так ПВЕ, он... ну, не особо здесь связано, там шмотки разные. Слышишь, Саша, предложение, давай этот бессмертного собираем на Фрамбас 25. Короче, лутаете, косарь забираете, типа, не лутаете, да. По ГПшечке ловите, а? Ага. Ну, а так, короче, я, если что, согласен, потом как Карнес сделаю, там... Не, Невер, это что, на разбойника можно, нет? Господи. И серф уже поднялся, че он, блин? Заходите, ребят. Да, бля, братан, ну что ты кричишь так постоянно? Да, я просто все время спрашиваю, а все молчат. Ну просто бульбу покушал. Ну ты просто тихо спрашиваешь. Там типа КД висит 25-ка. Пересобирайте рейд. Скушай бульбу, дает 50 характеристик. Саш, а что не... Он мере сейчас не ходит. Что она сейчас? Она воюет, что? Она... Она участвует. Алина только за токеном ходит. В боевых действиях участвует. Боевых действиях. Ну, она где-то военки учится. Хуйня этим занимается у нее, блядь. Боевыми действиями.
Согласен. Сейчас Абула придет, блядь. О, да, начинается. Что мне твоя Абула? У меня Абула твоя уже показалась два раза. В смысле, блядь? В смысле? Прямого. Что, он плохой человек, что ли? А что, он хороший? Или плохой игрок? Насчет игрока, блядь, промолчу, а насчет человека. Сколько он раз ливал уже среди нас? Ну, он ливнул, типа, потому что человек... У чела было 4 токена, он 5 забрал, поэтому он ливнул. Аргумент, нахуй. А, да, было, помню такое. Ну, типа, я бы тоже сгорел бы, если бы человек забрал 5 токен, который ему нихуя вообще не дает, а Т8 на ДК там, ну... Там бонус вообще охуевший просто. А ничего, что там... А ничего, что тоже там ДК забрал? Там секси-тролль забрал, у которого было... 14. Секси-тролль тоже ДК? Так у него 4 был, он 5 забрал. И что? Может, ему 5 кусок тоже нужен? Данил, может, лодку хотел одну выкинуть, как другую поставить, а ему нужно... Просто Т8 это единственный самый сильный бонус на ДК. Типа, на всех остальных перцев он послабее. Господи, как же обладать сервер, блин? Короче, да, какой-то баг классический, что бот босс. Ой, у меня просто бежит не в ту сторону, блядь. Нажимайте покинуть подземелье, делаем репати. А вы выкинули, походу. Слушайте, ребят, есть, извиняюсь, а есть у нас какой-нибудь способ скачать не через торрент этот Сирус, клиент Сируса? Через лаунчер. Через лаунчер качаешь. Ну, через лаунчер там. Через лаунчер там 0.1.0.2 идет, как бы. Не через Steam. Ну, 0.0.1, как бы, на секундочку. Не знаю. Ну, вот да. Так, ладно, посмотрим. Он давно. Надо было, наверное, сначала на флешку скинуть клиента, и потом... Да, борода. Вдруг у меня просто банально вирус какой-то был, а там где-нибудь сидит на этом. Не валик. Я максимально все вот просто, знаешь, вот прям целочка компьютер, на нем только заходишь, и одна кнопка, Сирус, все. Сирус. Ну, это первые два дня, блин. И иконка этот, с фотографией Бьорна в золотой рамке. Я должен фотографировать. Подписчик. Блять, это так сильно откатило. Подсвечник. Подснежник. Откатило до 5 уровня, да, типа. Фу, в кару пойдет. Я пойду. Я. Мы можем быстренько пронести, наверное. Я хочу. С нуля. Я к вам хочу ДП пофармить. О, нет, с нуля нет, по токену могу бы. С нуля долго. Там трэша куча. На ноль я тоже не пойду. Ну и хуй с вами. Я бы каш мод лучше, чем в Каражане. Там ревит Хрипатова прессует. Гильдия ревит. Плюсует? Куда она его прессует? Прессует. Ну, прессует. Дело Кремушка. Бьерн только на официальные зарубы вписывается. Бьерн, что там на официалке? Интересно. Где? БК? Да. Ничего там интересного. Нютамина я тоже, наверное, поиграл там на официалке, понял, что там нехуй делать. Да, Нютамина. Все ждут ЛК. Так и там тоже нехуй делать. Да там то же самое, только долго будет. У меня что-то там пинг в два раза больше, чем здесь. Я не знаю, почему. Там, блядь, просто сервера загружен, до хера игроков играет. Не, я даже брал вот лайтовый там сервер, где средний. У меня здесь 35-40 пинг, там 89. Вот такой, не, вообще не потолок. Это лучше, чем 2000. Ну, понятно, но я уже, мне так тоже уже тяжело, когда 90. А где гифка? Чего он пусует? Сука. 2 плюс FPM пишу любому орелу. В следующий раз. Автоинвайт. Я был перезагружен. Так, я запустил. Давайте вы залетаем. Трэш пошли чистить. По машинам садимся. Присоединяйте, а то у меня нет порядка. А кто у нас еще хилы, кстати, в гильдии? Остались. Мейны. Я? А, где твои хилы? На мейне.
Так, спеллбаун. Карась есть еще. Карась не играет как надо. Что там за гильдия? Рейд, блядь. Суки. У меня хэпал эрдру, охуенно одетые. Весь тильс. Да ты к ними не мейнишь. Нет, именно мейн, мне интересует только мейн. А сколько сколков у них? Ты говоришь? Неутомимая. Стреляй, неутомимая. Все три спека мейны. И осколков нахапали 8. Еще... Девочка одна докачается, такие как она хорошая. Да, девочка. Там будут играть у нас. И все, в принципе. У нас больше мейнов нету, я хапал. Ой, конечно. У тебя лан. Девушку мейн. А? Пьёрн всё там кого-то пикапит. Знакомые софы. Все нормально, сейчас вот девочка докачается, соберем ей волонира, потом окажется скайсонг и удалит персонажа опять. Да. Я бы вообще бабам бы не собирал бы волонир. Афи, ну-ка давай там это... А Гарнес, чё, тоже бабы, что ли? Получается, да. Получается так. Лакарима, ты его научила, не? Так а чё, Карнес ливнул просто или что? Да. Со своей сучкой вместе ливнули. Гладиатор? Че нахуй гладиатор? Я только думаю, а как они подняли ну, такой рейтинг, типа, ну, если бы они проигрывали какому-нибудь перфекту, они бы должны, типа, по, ну, по логике просто АФКшить. Так типа, они там, только перфекту проигрывали, всё. Ливать идти, ну, они сейчас, типа, шестое, пятое место занимают. Типа ливать и уходить на другой реал. Ну, может, доджили их и все. Они только трем сетапом проигрывают. Их Тива личка еще убивает. В Сол убивает Рога ШП, Лок убивает и... Это, а нахрен вы все чистите? Это же можно все скипать и все. Можно комбо только вешается, если кто-то не в этом. Невер, это как Симба. Берет всегда R1, но всех доджит. Ну ладно. Нельзя доджить. Так, у меня два слота осталось. Кто хочет пойти в рейд? Флэш, я сейчас зайду. Флэш, ты тут или нет? Флэшинг. Да, да, я здесь. Ты не хочешь в гильдии майнить РШ майное время? Или вообще может? На всю жизнь. Не, майнить не хочу. Точно? Да, точно. А за ЕП? Надо, чтобы человеку нравилось мейнить, а не... Да я шучу, ну что ты такой душный? Мы его шамана обосрали. Так идеального можно собрать на шамана Волонир, блядь. А ну, блядь, я хочу идеального на Ресурге видеть. Я вот хочу такой сетап. Я хочу Холи Прист, ДЦ, Шам, Хэпал, Артру. Все четыре хила эти есть. Все четыре хила есть. Холи Прист это ж хуйня полная. Охуенный хил. Ты чё охуел? Не сейчас. Сейчас он в Т4, он нормально будет хилить. Не будет он нормально хилить. Будет он нормально. Ой, все, сейчас... Драка, драка. Ну, вон, шляпа Пепси, который вступил, он сейчас... Да, балку. Он нормально хилил. Ничего не знаю, типа, он где сейчас? Для второго рестер шамана будет больше толку из-за монотайда. Ой, я тебя умоляю. Для поднятия рейда по ХП, Холи Присты... Так и шаман в Т4 так тебе рейд поднимет, что хуеешь. Не поднимется шаман. Нам нужен волонир просто для... Холи Прист за одну секунду поднимает 10 целей. Шаман сможет это сделать? Сколько? Это как он так? Он 10 целей поднимает. Допустим, вот взять Лича. Лич начинает кастовать заражение, к примеру, да? Да там, блядь, ДЦшник все проабсорбит. Хуёв заабсорбит, блядь, ну что ты мне рассказываешь? Ты убивал его, блядь, на актуале, нахуй, на из 2, блядь, либо на из 3. Як ты убивал, блядь. В Т10, блядь. Когда его не было. Когда не было еще Т5-го шмота, блядь, мы там... в Т10-м, Т4-м его фармили. Там все хилы ногу пососут, там охуеют захиливать. Ну, там, блядь, ДЦ не справится с соло. Там надо именно захиливать, хорошо. Знаете, кто может захилить? Иисус Христос. Я знаю, кто лучше захилит. Два эрдру, Рошам, Холипал, ДЦ. Ну да, два эрдру, да, да. Я за два хапала, Эршам, Эрдру. Как раз Холи Прист начинает кастовать молитву под заражение. Он поднимает 5 целей, просто сразу резко кольцо, и 10 целей подняты по ХП. Если все 5 хилов есть, это вообще кайфово. Не, я вообще... Так, все, Дон, ты раскидывай по тачкам, да поехали. Альф, присумуйте. Да, присумуйте, пожалуйста. Шкаф ставим, сумуем. 5 печеньку сел, если что. Это печеньки множатся.
5 холипалов. Здесь паладинов. А можете присумонить или нет? Кстати, шкафчик сумонься. Кого сум? Плюс тыкайте, сумонча. Давайте противопомнить к Флойду. У нас садится Лоус, флешлайт. Печеньку у нас садится Вовбро. Кто-то сел уже в печеньку, подожди. Один человек. Пирекс, ты сидишь в печеньке? Пирекс у тебя, да. За Вовбро садись. В звездочку у нас садится Войд и Зоркий. В квадратик у нас садится Хрипатый за руль. К нему садится Дед Бич и Лангрис. В ромбик у нас садится Порошочек, к нему садится Суза. Все. Ой, перепрыгни. Куда я сяду? Так, Донт, я у тебя сижу, тяну колчедан или сесть в эту? Да, какая разница? Ну, в катапульту сейчас я сесть не могу. Вот. Донт, куда я сажусь? А, ромбик. Угу. За руль. Вовбро у нас тоже второй, да? Мне пересесть? Ага. Я второй. Я могу в катапульту залезу, блядь. В любом случае, если первый залез, садись в катапульту уже. Все, сел. Все. В ромбике, в треугольнике кто за рулем был? Ищите челика на руль, потому что я там... Хорошо, давайте в треугольник за руль, Карл. Дайте зорку, мужика. 500 гп за провокацию. А где тачка Войда? Я в треугольнике, в звездочке, в катапульте сижу. Водитель Донт стянет зорки. К Каре садись тогда. Треугольничек. Плюсик, у кого никого-то не хватает. Печеньки у нас кто там? Места есть еще? Печеньки, ты урвался в обратно. Садись в катапульту, что ты сидишь? Там, на пассажирской. Кто-кто? А, в печеньку еще не нужен. Печеньки, пюрекс и вовбро. Зачем сюда нужен? А, все, хорошо. В ромбике, если кого-то нет, поставьте плюсик. Я сяду в ромбик. Куда, в чё не в рейде? Сейчас я без лаунчер нахуй вьюб, блядь. Давайте по местам разошлись, починились. Потом у нас еще неутомимый, а ты тут? Давай все почти за ФКшек. Вон пушка сидит, да. Неутомимый нету. Где он сидит еще раз? В осадной? Не знаю, где он сидит, уже назначил. Ну да, я его не назначал, значит должен в осадной сидеть. Запустили, кто-то... давайте закидываем. Все. Всех закинули? Колчеданы сверху сбейте. Ускорь меня, пожалуйста, Мир. Ты промазал. Да? Бой, промазал. Еще одного закинь сразу. Пюрекс, сядь. Стопнули фут. Сбрось, сядь. Стан пошел. Добегайте до своих целей. Тяни еще какой. 5 секунд, готовимся. Обновили стаки. Садитесь с катапульта. Вперёд, садись. Закидываем. Садись вперёд. Вопрос, садись. А мне колчедана нет. Милый, тебе надо было слез, чтобы я сел в катапульт. Так, без фуда, без фуда. Ты сдох, да? У кого-то не хватает из разрушителей, говорите метку, что не хватает. Кто на мотоциклов, садитесь. Наверху только двое. Ну так это хуёво. Так, надо еще один стан взять. Вовбро, залезь эту самую хуйню эту, быстрее. Пырек, садись. Все, допрыгнул. Тяни, колчедан. Ой, то же самое, давай запрыгнем. А, все, там вроде бы все. Милый, ну ты что-то не тянешь, колчедан прям... Разрушители по трэшу сыграйте. Где вы, блядь, там ходите, непонятно. Готовься за это самое. Вброк, давай к нам. 3 секунды, садитесь. Сели в катапульте.
Запускаем. Вопросы здесь. Ко мне, кто инсайдсы, ко мне. Тяни сразу еще. Еще две пушки. Там есть еще два человека, двух человек запустите, и все, поспадает. Уезжай, уезжай, уезжай отсюда. И четвертая пушка, еще одна, алло. Вбросять там, потом у меня в пушке сидит. Сверху калчедан ломайте. Сань, ты второй раз меня просто кидаешь. Да, блядь, почему вы дезинфу даете, блин, ребята? Садись в обороте, потом. Я бегу еще далеко. У тебя пирокс заряжает. Давайте так, дамажим, у нас всего два этих. Трэш заберите, с разрушителей кас сбейте. Ты бежишь, правда? Не-не, вот загрызли меня. Ну так-то, друзья, мужик. Кстати, встаньте, зайдите, наверное, так будет быстрее. Так, короче, Донт, мне нужен Игнис. Ой, не Игнис, а Остокрыло, там с блоком шмоточка падает. Сейчас я пересмотрю. Да, там пояс. Пояс. Нет, не надо. Можно Остокрыло скипнуть. Колечко здесь с блоком, кстати, за 15 тысяч, блядь, у меня голды нету, нахуй. Я забыл про это колечко. На депосы допишите, поставьте возле трэша шкаф, суманите кутлика. А мы как тут распределяем? По ролгу, да? По ролгу, да, ну, по ролгу. Смысл... Ну, я ботинки по приору отдал. Сузи. Зачем? Потому что они ему сильно нужны, а наглой рожи нет. А. Не, просто мне лучше на мейнспеке, да, забирать. Да-да-да, на мейнспеке забираем, да. Так, мы алголона задушим или нет? Мне алголон нужен обязательно. Да, задушим. А, конечно, конечно. А, гифка, у тебя есть ретрик? Спекайся пока что, здесь Бьерн пока соло потанчит. На алголона дальше пойдешь в этого в танка. По сумму на все сдайте. Дай мне одноручную косу. Хорошо. А, трэш, давайте убьем все-таки. Да пофиг, что там без каких-то аспекта все. Там два танка не имеет смысла. Так, вопрос для... как перенести перезарядки, блядь, перетаскивать их, чтобы я видел? Допустим, я хочу перенести в другой угол. Ну, типа, перезарядки, которые показывают КД спеллов, там, БР, там, аддон. Что, аддон? Я говорю, мне перенести надо настроить, чтобы не другого угола. Я, кстати, не знаю, как. Это, по-моему, ДБМовская штука же. Ну, так ДБМ это аддон. Всем здорово. Опа, лето. Че, можно, в принципе, вивыкать. Пойдемте, Литл пришел, можно вывыкать. Отведите их, ребят. Отводим.
На купол бы просто сбивал кто. Да ебать! Бля, почему вы, сука, постоянно стоите, блядь? Я в прожопе катился. Я резнулся, пошел рыбу есть, блядь. Меня опять убило. Я просто не понимаю вашей логики, сколько раз вы случились. Если хотите, станьте под вас, либо рыбу возьмите. Спите по порталу, по сумону. А кто хилы? Пятая пати. Пятая пати, блядь. Не утайми мой хиль, пожалуйста, меня. Никого не хиль, только Гудлика. У меня челлендж просто, если я умру, я 50 грамм водки. Гудлик там... Забьется. Не хилим Гудлика, значит. Дайте столики. Какой-то мат. Тыкай. Ты поводи, но если что, я по каскам пройдусь по всем. Ну что за меня листья какой-то модный. Блять. Это ты неудачно поставил. Че, давай сейчас. Вот он. Столик подробно. Подожди, я еще не пробахал. Да, я еле тыкнул его. Дай что крестик магам. Че там, маги столик им посадить не могу? Кулак дайте. Давайте пальчики, работаем. Кто может почту поставить, забыл на столик. Дайте мне третью ауру, паладина. Поставьте почту, пожалуйста. Стой. Паладина, дайте третью ауру. Спасибо. Ну, кстати, БЛ платный будет. Так, вот я кто-то пишет. Крестик магом. Пиздец, случайно вместо двух настоев 9 купил, блядь. Вот тебе. 3, 2, 1. Так, метку крестик в крестик. Милики, бейте в левую кисточку, чтобы вас вышку не ставало. Так, мягко, не думай ливать сейчас у нас бой, чтобы мы забавились эти сами. Кара, чуть-чуть поближе, подойди, я тебя бдительно сдам. Все, ты можешь. Геру будем на экзекут кидывать. Давай после этого сразу. Сразу? Может, лучше даже на экзекут кидывай? Да, он быстро умирает. Бумбода за зиму. Бумбода в РДД. По полу сдали Геру. Сереж, собери там этот робот бьет. Ну так подведись еще, бля, буду босс поворачивать. Ком там? Ну в него пройдись чуть-чуть. Скрубись. Мой косяк, конечно. Войт, подними меня, пожалуйста. Пофил, зорко. Ну, после этого. Зорко, я для себя крестик поставил. Умрёте. Метку крестик, крестик выносите. Ну, вставай. По доту фулл ребаф дали, на пол обновили. Ребата, крестик. Можете мастера отдать на прото. Плопу поставить. Опа, миллизона. Сука, я сейчас ГП нахуй давать буду. За это а надо дать ЧП. Кто это, блядь, у нас? Посмотрим. Ирекс. Ирекс, ГП. Искру разбить. Суза, Света. Альфгер. О. Наверное, давай. О, Dead Beach, который ребят. Какой еще бар есть? Пожалуйста. Не ставь пока Dead Beach. Чего Dead Beach? Идеально, у тебя, да, есть? Я в убро резну. Ага, давай. В сырку играйте. У Фирала есть БР, надо колорец. Идеального подними. Да, подними идеального. Залейте Инру. Хулипал Уинер в дефюре, дай. КД.
Ферл, да, имя кто-то. Прямо себе имя. Искру играйте. Масаку холипал, да, если есть. А у меня КД. Гудрик расползык. Что? Гудрик пошел. Я разрешил сегодня не спать. Ну ладно. Да, оф, не, пожалуйста, микрофон. Ну, не. Ой, мысли, да. Прошу прощения. Берегитесь. Подняли. Все твои есть, отлично. Искру. Допиваем. На искру забейте. Бомбу вынести, сюда. Так, колечко не упало. Пал, надо зорки, тебе... где ДПС тебе, вагон? На мне эта хуйня была на тени. Да, вагон, блядь, честно. Пал, надо тебе ручка эта? Гифка. Все, давай, гифку. Скру, скру, ребята, залейте. Жалко, абулы нету, попсирал бы. Так, сейчас дойдем до... Сейчас я посмотрю, нужно мне собрание или нет, если шмот он нужен. Так, кто полить умеет? Мне плащ нужен, собрание. Мне Триня с Калагатом. Кто умеет полить? Плюсик. Берн кидает мне полить. О, GoPro, отлично. А, ну или да, давай ты, Саша. Кому там собрание нужно было? Дрейнеру, шаману. Дрейнику? Хорошо. Все, год расчесть. Поможешь танк спекаться. Нет, 39-й шмот, я сразу скидываю на Бьерна, если кому-то что-то нужно, ему пишите. А осколок падал или нет? Не было еще одного. Калаграна в последнюю очередь будем делать? Ой, это... Нет, сейчас сразу на него. Так, а чтобы квест сделать? А какой там квест? Идеальному квестом. Алгаон не надо, алгаон нет? Нет, алгаон не нужен. Надо йог. Йог сторон. Хотя я сейчас на собрание пал в ДД иди, наверное. Слово там что-то на троих. Сыграл. Нормально? Посмотрим. То есть на пулю весь будешь, нормально будет. Ну, вряд ли я справлюсь. Ну, сколько у нас на пушечка? Рога еще есть. Рога есть еще на пулю. Ну, там рога не дамажит. Ну. Если бдилку на топ ДД дать, будет нормально. Ну, я удал локу, посмотрим. Там вару надо. Прикуп кому-нибудь. Вару давайте бдилку. Саш, направо, направо, направо. Ну, я локу сразу... не расплывал. Конечно, сразу на локалона, да. Давай, давай, слушай. Чё тут мелочиться-то? Ой, блядь. Сейчас еще большого, если пойдет, Гудрик банишь. Нихуя себе, блядь, это тяжко, блядь. Гудрик бан нужен. Черепочек. Блять. Гудрику руки нужны. Да я забыл на кнопку. Все, отпускаем. Зорки, тебя заебал, что там, блядь, ржёт? Зато ДПСом выпендривается, блядь. Ну, могу позволить себе. На роботе мы? Ну да. Чужим. Вот умер, пей. Не прохил? Пей, блядь. Ничего не знаю. Гудлик может хвастаться ДПСом чужим. Своим. Знаешь, у меня был приоритет Донт или ты? Я выбрал Донта. Хороший выбор. Почему? Потому что он дамажит больше тебя. Ну, посмотри на рекаунт. Так он в трэш дамажит. И что? Я и босса больше тебя дамажу, Кудлик. Ты видел вчера босса? Навряд. А, тебе напомнить? Я готов поспорить. Да сейчас разбафаем всех, подожди. Да, ну так-то я в ВВК 10 ни разу не был. Пошли, я тут босса понял, мобу понял, вы убежали. Так, давайте вернемся. Дай аспект тогда. Быстрее добежим. На, видит уже. Блин, вот вам тапочка, милом. В голове, блядь.
Опа, дрыщ, красавчик, или. Чтобы на меня лужа не повесилась, я был бы тут. О, Никита, дрыщ, ты тут? Слушай, у тебя ювелир есть, да? Дрыщ, ювелир. Слушай, ты можешь купить рецепты две штучки? Там нужен, короче, желтый, там именно показатель блокирования. И. Нет, это красный показатель блокирования. Идет. И просто рейтинг блокирования, это желтый будет. Красный на показатель блокирования. И желтый на. Рыба будет? Ну, короче, понял. Блок-блок. С блоками там. Горшок поставь. Да-да-да. Показатель блок, рейтинг блок. Рыбку поставили, кушайте, шкафчик. 4 хила пойдем. Да, 4 хила хили. 4 хила, первый танчит у нас Бьерн, второй танчит паладин. Паладин, ты был тут? Знаешь, что происходит? Отлично. Сферки заводи прям очень быстро, я тебе буду помогать. Так. По сферкам играю я, Лангрис, Войд. Не, давай так, Лангрис, Кару и я. Нам должно хватить. О, наконец-то. Все, давайте, чинок. Мягко смонули. Луки, алло, ну, где, блядь, шкаф? Где сумма? Почему, блядь, человек еще там? Быстрее все делать. Ставьте. Тык. Огурчики поставьте, луки, всякие пожарные. Помогают, говорят. Да, тут они нам понадобятся. Литл, ты же афлик, соси, блядь, чё ты? По саграм. Протик. Твоя первая сакра по команде. Порошочек, потом твоя. Угу. Раздайте эсэсы. Так, эсэсы, да, мягко. Я упал. Назначай, короче, это. Хорошо, давай. Это мягко в неутомимую, кара в идеальную, идеального гудлик в порошочку. По крема соли. Камней ноль, да. Да, тогда мы ставим в центре. Во вопрос печенькой. Ой, я тут печу кинул. Да вы оба дворфа. Ипсон, давайте арчек лишний раз не стоим. На себя поставлю звездочку, просто ориентируемся, кто там по меточкам играет. Начинаем отсюда. По мне касочку обновить, у меня 30 секунд осталось. Я запускаю. Ой, припод. Я танк, Бьерн танк. Все, да, Бьерн. Все возможные исходы. Бдительность. Бегайте аккуратно, по карам смотрим, лишний раз не фудим. А видели, сейчас масса в бафах отображается? 10 секунд. Где? 4 бафах. Секунды. Пошли по боссу. Пофнули фон. Будет проще ГП давать. Уходите. Звезда появится, катаемся. Звезду пошли, череп поставил. Сокру, паладин. Мелизона сейчас звезда умрет. Против сокра, блядь. А чё так, блин? У нас медики заклеивали просто ее. Ну все, блядь, 100 грамм придется пить. Да гудлик это ты, что ли? Сколько вы расхуяли? 2 плюс кара, блядь. Ебнули. Вы чё? Они умили другого РДД. Блядь, пиздец. Где отображается масло? В этом... Где флешки там? Ой, где эти? Где бафы твои? А сейчас пропал. Хотя на арморе висит. Там, получается, должна и в аддоне отображаться, правильно? В этом Big браузере. Ну, сейчас после смерти масло не висит, а в этом висит. Настой висит, а масла нет.
Вадим, что с кнопкой? Где сакра была? Да там, ты, мне кажется, не спасла бы. Немножко слабо. Не спасла бы она вообще. Там кара и два взрыва сразу. Да, там оверды в хуя было дома. Не, Ивка, ты, блядь, все от команды, массакры, там это все очень быстро. Я пока нашел бы. У тебя должна быть на пробеле, блин, сакра. Ты на каждой кнопке должна быть сакра. Ты ж протик. Самая главная кнопка. Вопрос будет, а что такое сакра? Угу. Нет, хорошо, хоть знаешь, что такое сакра. Вопрос вынести на панель. Рыбу поставила за шкафчиком. Сакра — это штука, которая агро снижает. Какого мага? Это Сальва. Это нет, это сакра. Литл, ты где? Невер, что ты душишь, блядь? Я это начал. Да, если ты прокладываешь. Рестардрои лесовые у вас, клеркас нормально прокает? Нихуя не изменилось со вчерашнего дня. Что-то такое, по ощущениям, даже больше. Пизда, блядь, на коте нахуй 1-2 прока нахуй за босса. А что-то, я вот не знаю, на циркуле было, типа, что вообще редко прокало. Не знаю, как здесь. Да, всё, что не говорим. Что, 2 минуты чинем, да? Сейчас тогда, да, Гера, ждем. Сейчас тогда сделаем по-другому. В мили-зоне, которая появляется, в нее сразу сыграем. Мелики аккуратнее, под вами где-то появится. Нет, миликов, отводить это самое босса от сверки, нет? Нет. Просто, ну, по кругу его вращаешь, и все, если в тебя попадает. А милики сами отойдут. Ну, то есть в тебя кара прошел по дуге, повернул босса и все, и обратно возвращаешься. Дайте крестик надо. Так, дрища на замену, кстати, если что. Дрища возьми. Да, там еще оптикс на замене сидит у нас. В самом начале рейда. 1.5 минуты, Гера.